Всем привет! Хочу поделиться с вами, чем я сейчас занимаюсь. Может, кому-нибудь это пригодится тоже. Дело в том, что я занимаюсь черенкованием недолго, всего 1 год. И в прошлую зиму, осенью, я свои гортензии, у меня их было, кстати, всего там 10-12 штук, я их на улицу вынесла, а весной после снега, когда я их откопала, снег растаял, я увидела, что название все стерлись, маркеры, которыми я пользовалась, не выдержали проверку снегом, и со весной станем вот ушла и надпись. Хорошо, я как бы перестраховалась, сделала схему на листочке просто, и на листочке себе подписала, ну там вот 10 штук, их расположение как и что есть что написала. И в итоге, слава богу, все сохранилось. В этом году я закупила, уже у меня на сегодняшний день 41 корень маточной гортензии. Очень жалко будет, если потеряешь название, потеряешь сортность, то все как бы и можно только себе посадить на участок и радоваться, а уже никому не предложишь это. Что я придумала? Я напечатала все свои гортензии, вот, присвоила им коды. Ну, это, например, если это метельчатая М и 1, там М12, что это такое? Вот такой набор у меня есть для выжигания. Это у внуков, не у меня, у внуков лежит без дела, скажем так, у них взяла, насобирала крышек и наношу вот М11 вот этим прибором очень просто. И дырочку, через дырочку продену веревочку и привяжу, и уже точно мне не потеряется, согласно этого списка. Список у меня хранится и в экселевском варианте, и так, и на бумажном носителе хранится, в сумочке, то есть он не потеряется точно. Это не потеряется точно, сверить, что можно. Также я маркерами подписала название. Их у меня, этих маркеров, и перманентные, и краска, каких только нет. Краска, кстати, от пластика почему-то со временем просто отваливается, и часть букв теряется. В общем, я перестраховываюсь. Вот сделала такие крышки бесплатно со всех каких бутылок из-под воды, из-под, ну, пластиковых бутылок, любые, короче, крышки. У меня есть вот и черные, есть и красные, есть и белые из-под молока. В общем, только нет, насобирала. Подписываю. Также вчера купила в садовом магазине вот такие вот, как они называются, таблички-флажки за 100 рублей 20 штук. Вот также, вот, не видно, вот. Вот так вот подписываю, а с обратной стороны маркером все-таки подпишу название. И у меня их 41 корень, и плюс еще черенки от них, поэтому приличное количество получается, и потерять их название, конечно, мне очень будет жалко. Вот чем я занимаюсь. Может быть, вам это пригодится, может, кому-то пригодится, возьмут на вооружение. Всем пока-пока, если была я рада помочь.